Пионерские события. 6 июля стартует уникальная экспедиция «Биосфера». Ее маршрут направлен в высокие горы Центральной Азии. Экспедиция проведет наблюдение за снежными барсами и манулами, а также за особями их потенциальной добычи, такими как архар и алтайский каменный козел. Компания «Биосфера Экспедишн» основана в 1999 году и работает по всему миру. Okay, so the... Цели и задачи компании «Биосфера» – это привлечь обычных людей для участия в таких проектах, как сохранение природы. И мы приглашаем обычных людей, ученых, и также членов нашей компании, компании «Биосфера», принять участие в исследовании природы. Экспедиция по крупицам соберет нужные данные, которые станут основополагающими для создания заповедника биосферы. Я биолог по образованию и я изучаю больших кошачьих животных. А в Алтае меня интересует снежный барс, потому что этот вид животных находится в опасности, то есть их осталось очень немного, и поэтому ТЭСА хочет способствовать тому, чтобы их защищали, потому что это очень красивое животное, оно доходит, проникает людям в душу, то есть ей очень нравится общаться с кошками, с тиграми. И эта экспедиция не только будет касаться Алтая, хотя она всегда мечтала поехать на Алтай, и это очень красивое место, но и пойдет дальше в Монголию и близлежащие страны. Но обычно она занималась этим в Южной Африке, например, и в других странах. Спонсором «Биосфера Экспедишн» является компания Land Rover. Официальный дилер фирмы компания «Автоленд» предоставила экспедиции три комфортабельных автомобиля Land Rover Defender. Прежде всего, компания «Биосфера» является глобальным партнером Land Rover. Дело все в том, что неотъемлемой частью фундаментальной, я бы сказал, философии Land Rover является бережное отношение к природе. Вот этот подход, политика, если хотите, компании, может быть сформулирована двумя словами – «Fragile Earth». В переводе на русский язык это означает, в дословном переводе, «хрупкая земля». Кстати сказать, один из постоянных призывов компании Land Rover к своим клиентам по всему миру звучит так – «Drive responsibly off-road». В переводе это означает «управляйте своим автомобилем с ответственностью, когда вы съезжаете с дороги». Вот почему мы с удовольствием предоставили три автомобиля Defender экспедиции «Биосфера». Экспедиция соберет жизненно важные данные, которые будут использованы для составления планов управления и защиты биосферы региона. Что ж, счастливого пути!